Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня я на первом льду своем. Лед, конечно, тонкий. Но надо пробовать ловить. Лед где-то сантиметров 5, хотя морозы стояли. Это озеро у нас. Вода стоячая, но большой уровень воды в озере. Родники, видно, бьют. Вода с лунки сразу же лезет. Сегодня попробуем поймать окушка в первую очередь. Я прикормлю потом три места. Ну, 3-4-5 лунок. Лапичку попробую поймать еще. И, может быть, поставим даже жерлицы сегодня. Ну, посмотрим. Ладно, будем буриться, искать окуня. Всем приятного просмотра. Ну что, первого окушка я поймал уже. Сейчас вот насажу еще мотылька и попробуем еще поймать. Ну, открытие уже есть, можно сказать. Первая рыбка поймана. Так, давай, полетели. Еще мотылька туда. Ну, попробуем. Я уже прошел несколько лунок. У меня золотая мормышка стоит, позану цвета золотого. Думал, уже буду менять ее на более темную, потому что Санек на темную мормышку взял окушка. Тоже открылся в этом сезоне уже. Тут на последней лунке бам. Поклевочка. Пока сходил за ведром. Надеюсь, он не отошел. Сейчас еще мотыльком подкормил его немножко. У нас мотыль дорогой. Это не как в России, где вот там килограммы на прикормку добавляют. У нас маленький пакетик, то что вот вы видели. Баночки тут 2 евро стоит. Ну ничего, я сейчас думаю, еще поймаем. Вот надо пока посидеть потише, пробовать вымучить его еще. Потому что когда одного поймал, были поклевки, но не засекся. Кушок мелкий. Такой вот плавает там. Ну, на живца самый раз будет. Вон, там казалось, ничего, такая погодка. Вон даже небо видно. А сюда поворачиваешься, начинается жесть. В таких условиях и ловим пока. Сейчас вот и солнышко вылезло. Погода меняется каждые 10 минут, блин. Вот и окушок. Я надеюсь, вы поклевку видели. Взял окушок. Буквально недавно с этой лунки лапичку взял. Сейчас вот окушок клюнул. Довольно неплохо. Сейчас попробую еще поймать на камеру. Ну вот, взяли там одного окушка мелкого, как раз под жерлицу. Там, конечно, у нас и плотвичка есть, с окунем здоровые, но есть один окушок достойный. В общем, сейчас опустим. Оп, наше дно. Так, дно поймали. Смотрим, какая глубина. Глубина метр. Поводок сантиков 15, я думаю, 3-4, 4 мотка зафиксировали, вылетело. Вот так вот мы зафиксировали, Санька подсадил мне. Окушка мы поставим за губу.
Вот так вот. Ну все, родной, давай. Привези нам мамочку хорошую. Холостая. Ну все. Не забываем подписываться и оставлять комментарии. Это рыбалка с Демидой. Добрый день. Венспилское озеро. Вот второй флажок. Не совсем официальный, но стоит. Ну официально. У каждого по одной жерлице и все нормально. Лайфхак. Лайфхак ютубовский. Этот уже покупной, профессиональный. Все. Время приблизительно час дня. 12. Хоть солнышко влезло, надо идти ловить живца. Все, мы пошли. Пойдем, мне твоя плотва очень впечатлила. Да, о, плотвичка хорошая. На мормышечку. Леска 0,08 у меня. Вот какая мамочка. На сушку пойдет у нас. Ладно, мы пошли ловить дальше. Попытаюсь тоже показать поклевки на мормышку. Это у нас отличный живец. Эх, падла, мы тогда сожрался. Но если там активный окунь, может он еще раз клюнет. Даже на такого мы туда. Поэтому отпустим, проверим. Конечно, нездоровый окунь, но под живца самое то. Я надеюсь, вам поклевки видны, потому что с этой камеры как один раз был на льду. И то это было год назад, и ловил корюшку. Сейчас видео в правом углу вылетит. Мы тогда с Витяем оторвались довольно неплохо по ней. А, и травку сломал. Такой вот пучок. Ладно, сейчас нацепим свежего мотылька. Надеемся, что окунь никуда не ушел. Выключишь камеру, блин, и начинается поклевки окуня. Это же комфортно, блин. Ну, сейчас включил камеру. Клюнул. В наше время это удивительно. Искали этого окуня с мхом. Нашел одну лунку, где плотичка была. Но она была крупная. И перестала клевать. Сейчас уже шестой окунь с этой лунки. Довольно неплохо, учитывая сегодняшнюю рыбалку вообще всю. Ой, как красиво придавил. Ой, красавец. Молодец, окунь. Насадил свежего мотылька, а то
три окушка, которых до этого взял. Испоганили его немножко. Сейчас посмотрим, как на свежачок. Если он не ушел окунь еще отсюда. Травку цепляем. Вышли из травки. И... Ну... Ах ты, вот он, красавец. Чувствуешь, что мормышка упала в травку. В травке начинаешь потихоньку играть, выводишь ее. 10-20 сантиков поднимаешь. И на тебе поклевочка. Ну и свежий мотылек. Ну и свежий мотылек тоже дает свое. Вот упало в травку. Начинаем подъем. Окунь у нас активная рыба. Хищник. Надо активную игру ей. Ну. Ну. Ай, как придавил, красавчик. Окунь, конечно, не тот, которого будем ловить на венте уже скоро. Но для котов самое то, приятный окунь. Тем более у меня сегодня первый лед с Саньком. Вышли на лед у нас, первая рыбалка. Так что это тоже уже приятно. Травка. Вот сейчас с травки выходим. Ну. Ну. Не хочет. Первая поклевка. Сыграл флажок. Идем посмотрим. О, жерлицу не мотает. Не знаю, что там у нас. Не мотает. Я думаю, просто живец сорвал. Нету. Не потерял, посмотри, где в стороне или нет. Не, живец сорвал. Ладно, опустим обратно его. Ну, есть своими номерами. Батом, скажи же. Ну, бывает такое тоже. Что как будто сыграл. Думаешь, поклевка щуки. А это... Просто... Или живец, или сама жерлица выстрелила. Ну, посмотрим. Подождем еще, пускай стоит. Ну вот, за сегодняшний день уже, наверное, раз 15-20 поменялась погода. Потемнело сейчас опять, пошел снег. А эта лунка, вот, на которой вы видели поклевки, все продолжает работать. Ай, красавец! Когда и камеру включил, и клюнул. Спасибо тебе. Ну, я думаю, за это надо поставить палец вверх. Для такого красавца. Окушка. Это вот лунка. Вот я не знаю, наверное, сегодня лунок 50 уже сделал. Где-то по одному, по два окушка. Вернее, везде было по одному окуню. В одной лунке было две плотвички, два окушка. А вот здесь уже где-то с десяток точно окуней взял. Ну, как окуней? Окушков? Ну, ничего, это тоже рыба. Леска, напомню, у меня 0,08 стоит. Блин, ну, это кайф. Когда ты долго ждешь выход на лед,
И это твое первое открытие в этом сезоне. Это действительно кайф. Так что, кому нравится зимняя рыбалка, давайте пальцы вверх ставьте. Посмотрим, сколько нас, кто кайфует от зимней рыбалки тоже. Флажок вот сработал один раз. Думали, наконец-таки щука взяла, но это, видимо, живец сам сорвал его. Ничего, я завтра тоже поеду. Но завтра, я думаю, в одних, там в двух-трех местах я прикормлю плотвичку. На этом озере так бывает, ну как, насколько я его знаю, это озеро я тут с детства ловлю. Тут надо два минимум дня, 3-4, это вообще было бы супер. Покормить 3-4 лунки. И через 3-4 дня на них было бы просто вот плотва, там, не знаю, грамм по 200, по 300. Одна бы за одной бы клевала. Но столько времени у нас нету. Так что сегодня закормлю еще их. Лунки, которые, думаю, будут завтра рабочие. И завтра с утра попробую поставить там поплавочек и сесть с мормышкой. Но здесь плотва любит выходить, когда уже темно, когда уже так плохо видно. Тогда вот начинается клев ее на самый активный. Днем поклевывает, но чуть поменьше. Под вечер уже подходит такая крупная плотвичка. Надо сидеть на одном месте аккуратно, тихо и долго. Ну еще, я думаю, вы это в следующем видео увидите, как я завтра приеду с утра и попробую поймать плотвичку. Ну а пока мы еще не заканчиваем, мы еще ловим. К нам новичок подсоединился, сидит там. На вечерний клев подъехал. Открыть сезон свой тоже. Хотя он уже был в этом году. Ай, красиво. Ай, спасибо, кусочек. Вот приятно, когда вот на камеру клюет он. Это обычно, я думаю, ну, большинство блогеров это поймут. Подтвердят, что обычно, когда вот камеру включаешь, не происходит поклевки. Тут на тебе и есть. Спасибо этому окошку, что порадовал поклевочкой своей. Серега, флажок загорел. Серьезно? У нас загорелся флажок. Пойдем посмотрим, что там. Вот второй раз загорелся здесь флажок. Ну я не знаю, это жерлица покупная, не мотает. Хотя леска немножко натянута в сторону. Леска немножко ушла в сторону. Ушла, да? Да. Ну отодвинь просто, не подсекай, просто отодвинь, посмотрим. Леска ушла, да. Сейчас посмотрим. Ну-ка. В стороне нет. А, ну. Да, это была поклевка. Сейчас я Вите передам камеру. Это была щучья поклевка. Да нет там ничего, она бы уже мотала. Нет, даже. Снова живет. Окунёк, не сорвал. Слишком мощно живет. Это хорошо, он у нас еще работает ночью. Не на камеру будет сказано, не покупайте покупные. Жерлицы не работают. Дурят рыбаков. Все работает.
Ты же видишь, малек второй раз сигнализирует. Зато ты хотя бы, блядь, адреналин ловишь. Не, я согласен. Но третий раз я сейчас загорится адреналин. Я уже не пойду точно. Адреналин. Согласен, он веселит. Веселит. Но ладно, если... будем ждать поклевку щучки. Как минимум. Это минимальный размер. Я тоже так хотел сказать. Дуракам и алкашам везет. Витёк взял окушка, красава. Давай. Вот такой вот. Не знаешь, что выбрать, да? Дурак, то ли алкаш. Не то, не то, блядь, что-то не понял. Вон, видите, посмотри на со стороны на баса. Вон какой. Давай, Шура, за тобой осталось дело. Все будет хорошо у нас, еще наловим живца. Вот видите, сколько мотыля? Напишите в комментариях, сколько у вас килограмм стоит мотыля. Допустим, у нас килограмм мотыля 80 евро стоит килограмм мотыля. 80 евро килограмм. Это, конечно, блин, черная икра, походу, дешевле стоит, нежели мотыль. И то он какой тут. Не, ну мотыль хороший, не спорю. Но, блин, мы обычно берем на 2 евро на 2-3 рыбалки. Сколько у вас стоит мотыль? Напишите в комментариях, интересно посчитать. Потому что, если как посмотришь видео, там килограммами его выкидывают в лунку, прикармливают. Но это, блин, у нас такого простые смертники себе не могут позволить. Спортсмены, да, но если купить килограмм мотыля и отдать 80 евро за килограмм, за две рыбалки, блин, ну это перебор, я вам скажу.